Всем привет! Сегодня приготовим самый пышный омлет из двух базовых ингредиентов. Я начинаю, а ты пока подпишись. Вбиваем 2 яйца. Наша задача взвесить яйца, у меня получилось 117 грамм. Отправляем в миску для смешивания. Размешиваем яйца, но не взбиваем. Отмеряем молоко. По массе его должно быть ровно столько же, сколько и яиц. Отправляем к яйцам. Размешиваем. Солим. Размешиваем. Наливаем в формы. До половины. Будущий омлет отправляем на водяную баню на 20 минут. Полученный омлет отделяем аккуратненько от стенок. Перекладываем на тарелку. Украшаем перьями зеленого лука.